Ну чё, братаны, кого резать будем сегодня? Молчите, падлы. Ок, я сегодня добытчик. Засыш, ты за главный. Сиплыш, у тебя штанихи лишние. Поч, желтые. Вот вам новая банда. Чтоб не скучали. Чё зыришь, глаза пузыришь? Костер не тушить. Понял? Вы чё, собаки? Признавайтесь, кто наделал грязь? Сиплыш? Ах, он! И так будет с каждым. Лёня, я знаю, ты где-то здесь, признавайся, я слышал твой голос где-то. Лёнечка! О, а вот и жопа шоколадная. Ну что, братаны, могу сказать. Давайте скажем последние слова Сиплышу. Помянем другана. Стоп, Лёня, ты чё тут, ты с кем разговариваешь? Ты чё с бошками-то с этими общаешься, Лёнь? Он был мне как стойка для брони. Лёнь, у тебя мозгов нет. Слышишь ты? Ты чё тут со мной так разговариваешь, Лёнь? Я тебя спасать пришел. У меня друг сдох. Какой друг, Лёнь? Ты тут 15 минут, я тебя оставил в этих джунглях. Сиплыш. Сам ты сиплыш нафиг. Да? А чё тогда темно? В смысле темно? Так у тебя каска на башке была все это время, Лёнь, ты вот и заблудился. Короче, я без тебя вещи на лайфхак приготовил. Смотри, мы сегодня будем топовые лайфхаки проверять. Я думаю, они все у нас будут работать сегодня. А я-то думаю, нафига ты на меня ее напялил? Я ничего не видел. Так ты потому что дебил, ее можно было просто взять и снять, Лёня. Проблем бы никаких не было, ты бы даже не заблудился. В общем, Лёнь, я так подумал, ассистента мне тогда и не нужен. Ведь это новая серия по лайфхакам, ребята. И у меня всегда есть свой ассистент, Лёнечка Андреевич. Ну, я друзей с собой возьму. Куда ты возьмешь, Лёня? Я тут как раз подписчикам говорю, что ты мне не нужен. Я, видишь, вещи сам подготовил. Так что, Лёня, можешь здесь оставаться хоть насколько. А чё с костром? Сиплыш потушил. Водой? А чем, Лёня? Не водой. Лёня... Сиплыш, это был скелет. Идем, лайфхаки строить. Ну пойдем. Блин, когда же я уже просто подписчика какого-нибудь возьму в свои лайфхаки вместо этого Леонида? Стой, давай челлендж. Челленджи. Через Ж пишется. Ага-ага. Я знаю, какое слово пишется через Ж. Владус, что сказал? Меч видел? Ой, жопа. Ты чё, зараза, меня обозвал сейчас только что? Лёня, 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 меч, спокойно. А чё со штанами у тебя, кстати? Стой, ну стою. Челлендж-то. Ну давай, давай, Лёня, я слушаю, нам уже бежать надо, время, видел, уже видос-то идёт, там лайфхаки нужно проверять. Сколько я кину бумажек, столько будет лямов лайков. Ничего себе, ты чё гонишь, мы лямы лайки не ставим. Максимум 1000, давай на 1000 договоримся. Да, Лёня, да, меч, лопата. Так, и сколько он бумажек скинул? 5-6. 7, 8, 9, 10. 10 бумаг. Лёня, 10 миллионов лайков под этим видосом не получится поставить. 10 лямов всего. Изи. Ты что, дебил, что ли, совсем? 10 лямов. Давайте 10 тысяч. 10 тысяч вообще будет нормас, а? Хе-хе-хе, по-детски. Да как по-детски-то, Лёнь, нормально. Мне кажется, 10 тысяч вообще нормас будет, слушай. 10 лямов не потянем. А у тебя у самого же бумажки были. Сколько? Одна, одна, одна. Получается 11 тысяч лайков. 11, не одна. Две, 4 было, 4. 14 тысяч лайков получается. Да ладно, 64 у меня было. Это получается 74 тысячи лайков. Это придется постараться, конечно. Что же, для этого лайфхака нам потребуется небольшая яма. Ну как для этого лайфхака? Она больше нам для Леонида потребуется, да, Лёня? Это ты к чему? Ну, да там, Лёня, забей, 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 забей. Я тут взял лопату, ты как бы не переживай. Лёнь, ну
ты ловкий, конечно, парень, но это тебе не поможет. Лёня, 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 пора в ямочку, пора. Да ладно, шучу, эта яма не для тебя. Лучше вообще мне здесь не мешайся, ладно? Все, стой там, понял? Тут мы располагаем драгоценнейшие блоки под названием алмазные блоки. Мои друзья тоже хотят посмотреть. Какие нафиг друзья, Лёня? Ты что, дебил? Ты что, ты черепа, что ли, взял с собой из джунглей? Корефаны. А чё их так много-то, Лёнь, ты оборзел? Ладно, эти два, а эти-то откуда взялись? Пятеро. А чё не шестеро-то? Их было четыре. Четыре пацана. И еще плюс один. Да, Лёня. Получается, еще плюс один это ты. Точно. Ты же не пацан. О, в смысле, точно, ты же шоколадная задница. Тогда плюс два. Чё? Чё? Чё ты делаешь? Да так, забей. Ну ладно, Лёня. Ты что делаешь? Я спросил. А? Лёня! Да так, забей, 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 забей. Я тебя сейчас забью, я тебя забью, Лёня. Меч. Другое дело. Опять мне эта шоколадная задница не дает нормально лайфхаки сделать. Странный гробарик. Какой нафиг гробарик? Точно, тебя-то забыл туда положить. Давай, Лёнь, я тебе тут копаю отверстие. Давай, залезай. Лёня, давай, давай, давай. Вот туда? Зараза. Что мы делаем? В общем-то, здесь ставим стены. Сейчас вы удивитесь, насколько это прекраснейший лайфхак. Проверим. Леонид у нас будет сегодня тестером. Нужно, чтобы у него не было гемода. Все хорошо, все нормально. Леня, готовься. Алкотестер. Ну, не совсем, Леня, не совсем. Ок. Эффект тоже будет, но не такой, как ты думаешь. Здесь мы наливаем воду с иглобрюхами. Они у нас вздуваются. Мы их закрываем ковриком. Чё? Ничего, Лёня, отойди. И здесь мы закрываем ковриком. Все, Лёня, проходи, только аккуратно. Ну, чё, прошел? Прошел и все? Лёня, как? Лёня, Игорь? Лёня, какой Игорь нафиг? Ты чё, сдурел, что ли? Это просто иглобрюх был, просто рыба-фугу. Упс. Игорь-брух. Лёнечка, отойди, пожалуйста, не мешай мне. Я знаю, в чем проблема. Вот в этом. Чё не робит-то, лофак? Сейчас все заробит, Лёня. Осталось их снова заспа... А, они там живы даже практически все. Кроме Игоря твоего. Все, закрываем. О, ай. Лёня, вот так вот оно и работает. Ты что делаешь опять? Лёня, ну... Ой, не, ну это правда не специально было. Лёнь, прости, пожалуйста. Чё ты делаешь, Лёнь? Ну ты опять в эту же ловушку попался. А-а-а! В общем, у нас получился некий лазер. То есть, по идее, через него нельзя пройти. Ну как, ты проходишь, но в скором времени тебя просто это убьет. А вообще, можно даже и не пройти. Ой. Ну чё, Лёнь, лайфхак-то получился, надо делать второй. Я баиньки. Какой баиньки, Лёнь, у нас лай... Тебе нормально, как бы, не жарко, все хорошо у тебя? Жаркое. Жарковато. Принеси попить, плиз. Да без проблем, Лёня, без проблем. Сейчас я тебе все принес, вот забирай. Вот это твоя вода, в общем, пей сколько угодно. Спасибо, братюня. Да не за что, Лёнь, я пойду пока на склад вещи возьму для второго лайфхака. Все, вещи я свои забрал, осталось... Не понял? Лолкек, лолкек, лолкек. Ты что, дебил, Лёнь, нафига ты меня тут приплюснул? Ладно, ты скажи мне, пожалуйста, а? Что ты делаешь? Дай жигу. Зажигалку? Тебе? Зачем? Просто там штуку одну интересную спалил. Какую же? Лёнь, ты скажи сначала, что ты хочешь сделать? Мне страшно. Так тоже можно. Стой, Лёнь. Стой. Ты чё, жопа шоколадная, совсем попутал, что ли, берега? Меч видел? Меч. Лопату видел, Лёня? Не видел? Я придумал. Что ты делаешь, Лёня? Знаешь, где эта лопата у тебя сейчас окажется? Не знаешь, да? Мне честно. Ок. В общем, на самом деле это очень страшный лайфхак, потому что, возможно, он получится. Но я не уверен. Лёнь, ты чё, куда? Ты чё, рычаг нашел что ли? Лёня. За рычагом. Стой. Обратно рычаг мне скидывай. Это не рычаг. Лёня, только попробуй. Я тебе твои вот эти штанишки желтые порву, понял? Как? Попа об косяк, Лёня. Изнутри? Чё? Чё? В общем, что нам нужно сделать? Мы выкапываем яму, заполняем ее алмазами, ставим маяк, ставим кварц, дальше морской фонарь, дальше ступень... Я не понял, а ты что тут наделал, Лёня? Я тебя не просил эту яму выкапывать. Яму копал. Я понял, но я не просил этого делать. Яму копал. Звучит как имя. Да, давай тебя так звать будут, а? Яму копал Андреевич. А чё, красиво, Лёнь, красиво. Да это твое новое имя. Мы тебя так и будем звать в следующей серии, понял? Особенно если вести себя будешь плохо. Не!
Да-да-да-да-да, Леня. В общем, постройка практически готова. Сюда мы оп, стекло ставим. И наверху фонарь. Только на канале моем такие комменты не пишите, плиз. Хорошо, не будем, Лень. Ой, зря. Да, согласен, зря, Леня, зря. Здесь мы ставим фонари. Вырежи, плиз. Сейчас тебя вырежу нафиг, Леня. Короче, по идее, схемка наша готова. А, алмазные блоки еще нужно доставить здесь. Ай, слепит. Так ты уйди с фонаря-то с этого, дурак, что ли? Конечно, сейчас без глаз останешься. Фух, спасибо. Да не за что, Лень. Короче, по идее, это должно работать. Знаешь как? Мы можем ходить по воде. Ну что, попробуем? И что будет? Ничего, не утонешь, что? Ты дурак? Не дурак. Раз, два, три. Не сработало, Лень. Вообще фигня какая-то полная. Мне кажется, это не лайфхак, а какая-то дичь. О, ура, я хожу по воде. Ну да. Круто у тебя получается, Лень. В общем, я расстроился, реально. Что-то не очень лайфхак был. Ребята, предлагайте свои лайфхаки в комментариях, чтобы вот такое не получалось. Лафак робит. В общем, жду от вас комментариев, ребята. Пойду погрущу кого-нибудь. А что, если это кого-нибудь призовет? Штука. Ай, слепит. Как он там меня спасал? Фух. Ахалай, махалай. Сим, салабим. Рака, макафо. Не робит.